52 года назад Юрий Алексеевич Гагарин открыл для человечества первую космическую трассу. Первым, сбросив оковы земного притяжения, Юрий Гагарин открыл для Земли беспредельные космические просторы, а следовательно и совершенно неограниченные возможности для исследования и освоения все новых и новых пространств. Сегодня вокруг Земли вращаются тысячи спутников. Человек побывал на Луне. Земная техника изучает поверхности других планет. Несколько космических аппаратов достигли пределов Солнечной системы, и на их борту находятся послания другим мирам. От нескольких часов работ космонавтов и астронавтов на борту пилотируемых кораблей теперь мы несем длительные вахты на орбитальных станциях, проведением десятков уникальных научных и медико-биологических экспериментов. Все это результат труда ученых и инженеров, конструкторов и испытателей, врачей и педагогов, словом, тысячи землян самых разных профессий и национальностей. Мы выражаем глубочайшую признательность за ваш самоотверженный труд. И, конечно же, в этот особенный день, особенные слова благодарности мы хотим сказать в адрес ветеранов отрасли, положивших крепкую основу для развития пилотируемой космонавтики. Низкий вам поклон. И еще один немаловажный момент. Только из космоса видно, насколько прекрасна и в то же время, насколько хрупка наша Земля. МКС – пример того, что Земля – наш общий дом. Того, что мы дети одной планеты. И нам нечего и незачем делить. Составы экипажа МКС всегда интернациональны, но неизменно дружны. Так давайте распространять атмосферу граничного доверия, царящего на МКС, на все пространство нашей прекрасной планеты. Поздравляем всех с праздником, выражаем надежду на то, что уже в самое ближайшее будущем начнут сбываться мечты человечества о выходе за пределы околоземной орбиты и строительства постов на других планетах. Желаем всем крепкого здоровья, удачи исполнения всего задуманного. Командир станции Крис Хэтсти. Том Маршберн, Форд Инженер. И борт инженер Крис Кассиди. Борт инженер 2, экспедиция МКС Александр Несуркин. Борт инженер космической станции Павел Виноградов. И Роман Романенко.